возле стадиона Черноморец есть очень интересный дуб. Сейчас я его вам показываю. Этот дуб практически раритет. Почему он раритет? Александровский дуб, посаженный императором Александром II в сентябре 1875 года в честь открытия Александровского парка. С 2007 года дерево находится под опекой футбольного клуба «Черноморец». Вот такой дуб есть в парке Шевченко возле стадиона «Черноморец».